Вы носите траур? Да. По моей жене. А я по отцу. Да. Да. Его убили, ударив ножом в живот. Это произошло в метро. И вы знаете, кто это сделал? Конечно. Иначе меня бы здесь не было. Не может быть. Неужели все начинается сначала? Мне уже надоели эти кошмары. Разве я не имею права пожить спокойно? Хотя бы 5 минут. Я не убивал вашего отца. Я тут ни при чем. Клянусь. Я не верю вам. Мадемуазель, послушайте. Будьте благоразумны. Вы не сможете выстрелить. Смогу. Нет, я не согласен. Я не хочу умирать. Я боюсь смерти. Боюсь смерти. Напрасно вы боитесь. Это такой пустяк. На это даже не стоит обращать внимания. Просто расслабьтесь. Мадемуазель, послушайте. Вы так прекрасны, мы с вами почти ровесники. Давайте попробуем пройти по жизни вместе, рука об руку.